Ребят, привет всем. Сегодня такое вот вечернее видео. Я пришел с халтуры, время 10 часов вечера. Мне надо что-то приготовить, покушать на завтра. Сегодня я уже кушать не хочу. Пока я шел домой, я зашел в магазин, где продается мясо. Я знаю этот магазин, нормальный. Я там беру фарш. Взял фарш домашний. Сейчас быстренько залеплю котлет. Вот, и у меня будет сковородочка котлет, и я смогу, например, завтра их есть. Потому что у меня утром халтура, потом какое-то у меня окошечко там 2-3 часа, потом опять вечером халтура. Вот так. Значит, что я сделал? Фарш. У меня тут фарш. Я туда разбил 2 яйца. Взял я ровно полкило. Полкило фарша взял. Соль, перец, как обычно. И у меня уже сейчас я как раз поставлю сковородочку. Сейчас быстренько, вообще это все элементарно, друзья. Раз. Включаем. Пока нагревается, я, значит, мешаю это все дело. Мешаем это дело. Не стал я ни лука, ничего туда резать. Вот, ну, во-первых, время. Я сейчас раз тут быстренько и спать лягу. Спать уже хочу. Спать время 10. Так, друзья, ну вот сковородочка у меня уже накалилась, все, я перемешал фарш. Включаю холодную воду. И я сразу сейчас буду лепить и сразу на сковородку кидать буду котлеты. Холодная вода, руки, раз. Так, котлетки будем не маленькие делать, не маленькие. Чтобы все влезли в сковородочку. Сковородочка у меня небольшая, но как-то так будет. В муке я, в сухарях я не стал обваливать, потому что у меня, во-первых, даже нету ни муки, ни сухарей. Как знаете, что я же недавно переехал, так особо еще ничего такого времени особо даже нету. Так потихонечку обустраиваемся. Будет новоселье скоро. Блин! Лезья упала. Ладно, я кусочек собакам отнесу. У меня пол грязный, я давно не мыл. Значит, так надо было, чтобы упало. Правда, большой еще такой кусок упал. К собачкам отнесу завтра утром. Ну вот, друзья, котлетки у нас жарятся, значит. Сейчас с одной стороны пожарится, я переверну и, наверное, крышечкой накрою. Пока все это делается, я сковородочку сейчас помою туда-сюда. И все, котлеты будут готовы. Вот. Нормальные. Даже поджарились. А то я думал, смотрю, какие-то варененькие получаются. Не, нормально. Но все равно такие. Сварились немножко. Потому что такие толстенькие, жирненькие. Во, как красиво, клево. Друзья, ну вот котлетки еще 5 минут на одной стороне пожарились. Я, значит, сейчас беру. Накрываю крышкой, вот, и все, плиту выключил, и все, пусть они стоят, и все. Я уже сегодня кушать не буду, я поел, вот, просто поделиться с вами решил, как проходит мой вечер, когда я прихожу после халтуры. Когда мне нужно что-то приготовить, я знаю, что у меня, например, завтра нету.
У меня есть гречка вареная на завтра, и вот будут котлеты. И чтобы я там какими-то перекусами не обходился, нормальная еда. Да, быстрые котлетки, конечно, там без лука, без там всего, но быстренько. Все, сейчас они раз там, да и я уже лягу спать. Друзья, спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Мне очень приятно. Хорошего вам настроения, доброй ночи и, пожалуйста, не болейте. Пока, пока, пока.